Всем здравствуйте! 10 марта 2020 года на канале ТНТ состоялась премьера телесериала «Патриот». Сегодня мы расскажем о содержании следующих серий. Пятая серия. Саня и Ленка предаются воспоминаниям, и оказывается, у них разные версии их школьного расставания. Гера мучается с похмельем. Стас с риском для жизни устраивает личную жизнь. Виктор Саныч узнает в бомже друга детства Шайбу. В результате меняет взгляд на право дочери самой определять свою жизнь. Валера деградирует, ставит опыты над бомжами. Шестая серия. Ленка приезжает в Москву, чтобы сняться в эпизодической роли в проходном костюмном сериале. Саня устраивается в секцию дзюдо тренировать детишек по бюджету. Катя преследует Саню. Журавы расследуют дело о пропаже. Люся просит Геру и Стаса усыпить и кремировать смертельно больную собачку Жужу. Седьмая серия. Ленка знакомится с мутным фотографом и влипает в историю. Саня едет в Москву спасать Ленку. Максимку за вандализм забирают в полицию. Валера занят патриотическим воспитанием сына. Журавль устраивает Кате вечер полицейской романтики. Гера ищет закладку, а находит новых друзей. Восьмая серия. Ленка скандалит с родителями и устраивает встречу с подписчиками. Геру, Стаса, Валеру и Люсю держит в заложниках инвалид. Саня предлагает Кате встречаться. Журавль вспоминает детскую клятву и предъявляет права на Катюху. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!